Итак, мы идем сейчас к участку. Это средний фон, ранний срок сева. Ранний срок сева, средний фон. Идем к фону без удобрений. Без удобрений. 2, 3, 4, 5. Это норма высева. 5 миллионов. Это норма высева. 1,5 миллиона. Без удобрений. Ранний сев. 8 апреля. Но в целом на раннем севе ячмень относительно неплохо выглядит. Без удобрений. При любой, может быть, норме высева. Хотя, конечно, с удобрениями все намного, дела обстоят немного по-другому. Так, это 1,5 миллиона, 2,5, 3,5 миллиона. Ну, то есть начинаются вот эти вот волны, провалы, редки начинают просматриваться, то есть на такой норме. То есть листочки сужаются, колосок меньше. Так, это 3,5 миллиона, 4,5 миллиона. Ну, то есть здесь тоже все повторяется без удобрений. Поэтому нужно работать с удобрениями. Но в целом так посев-то неплохо выглядит, учитывая тот факт, что это еще здесь и предшественник ячмень. И 5 миллионов. 5 миллионов. Ну, кущение, может быть, и было. Да так особого и не было кущения. Колоски небольшие, они все стоят. То есть даже не склоняются. И 1,5 миллиона. Здесь, во всяком случае, такой хороший листовой аппарат. Хотя по стеблестою, конечно, проигрывает 5 миллионам, но еще не весь колос вышел из трубки. Еще не весь колос вышел из трубки. Вот такой вот визуальный эффект норм высева ячменя ярового на фоне без удобрений, участки без удобрений по предшественнику ячмень.